Мои хорошие. Так, кулинарный поединок. Так, буду готовить. Зашел в прямой эфир, буду готовить. И через 15 минут начинается прямой эфир. Амалейкум. Сейчас я ручки помою. А что за смехуёчки, я понять не могу. А ты почему не в Сити? А, не сегодня едете? Завтра. Я не ушел с прямого эфира, нога здесь. А я в прямом эфире. Так, друзья. Ребят, на больные движения я ничего не буду комментировать. Как можно в 40 лет сидеть на вонючем проекте? Почему вонючий? Ты слышишь, что говорят? Почему вонючий? Пахнет прекрасно. Вроде не воняет, да. Слушайте, ну, каждый человек сидит там, где ему по кайфу. Если я здесь сижу, значит, по кайфу же есть. И не каждый в 40 лет вот так выглядит. Опачки. Так. Якутия, привет. Привет. Всем привет. Ой, все понятно, у вас там все поставлено. Так. Омлетик. Ну что, рассказывает. С Пятигорска, привет. Привет, Пятигорск, мой хороший. Вот теща моя спустилась. Почему мне сказал, что ты один уезжаешь? Ты не уходишь по меня, к тому газину. Куда вам? Ну, уже поздно, да? Конечно, поздно. А вы куда, думали я? А не в тот, который обычно. В тот, который ты привозил. А, вам надо взять этот блок. Один фиг покупаете. Какой блок? Сигарет. А, нет, я по-другому. В другом, да? Ну, то есть, я думала, все вместе поедут. Так, с продуктами вообще огонь получилось. Какими продуктами? Так, а тебе что, Вика даже еду не приготовила? Викулик с Леончиком, он сегодня, у него что-то голова болит. Викулик мне готовит, но я завтраки в основном сам делаю. Вот, а когда не было, яиц это 4. Когда Леончика не было, то... Вика мне и завтраки готовила. А сейчас я так чисто там уже, когда он там или плачет, или еще что-то, я там на подмоге ночью, так в основном она ночью. Поэтому у нее все силы уходят на ребенка. И я, например, сейчас поехал стричься. Здоров, Кирюх. Вот, а она досыпала, потому что вообще, блин, по 4 часа спим, вот. Что-то такое. Молоко. Молоко, молоко, будете здоровы. Эндрю, есть молоко у нас? Не помнишь. Правильно. Я не пропал, нога здесь. Андрюх, а ты говорил, блог будешь вести в инсте, где? Так. Сутулу спрятал. Это кто? Воровать. Это честно заработанные мои. Оп, молочка. Чуть-чуть совсем. Слушайте, ну у каждого свой вкус, кто как хочет, так и одевается. Вот мне, например, уже, блин, мне скоро 40. Мне, кстати, вот 1 сентября будет 38. 38! Ну зато, 38. У меня уже, честно, уже как-то отпало там какое-то движение там наряжаться там или еще что-то как-то. Хочется вот спокойную одежду надевать. И Евгения
Опа, здесь уже рамсы какие-то. Ты был в Московском, мы выехали с мужем тебя увидеть, но ты уже приехали, а тебя нет. Очень приятно, но... да, разминулись. Так, а сковородка где? А? В духовке. А, нету в духовке сковородочки. Нету сковородочки, духовки. Так, а с омлетом что мы будем есть? Вон уже кто-то, смотри, свин какой. Наверное, кукурузки, да, поедим? Опа. А что у нас кукурузы так мало? Кукурузки мало что-то. Что я хотел? Сковородку. О! А что здесь кукуруза делает? Кто-то спрятал ее. Опа! Так. Так, косарь у нас будет вообще? Косарек. Это горох? Какой горох? Это горох. Скоро, по-моему, горох. Горох это был? Не, я кукурузу люблю. Горох. Горох, кстати, тоже. Кирюх, ты один до сих пор? Иди засветись у меня в прямом эфире. Посмотри, сколько людей смотрит. Новый участник у нас. Маугли. Кто как хотите называть? Как? Тарзан. Да, Тарзан, Тарзан. Иногда Маугли бывает, когда майку снимает. А? У меня вообще ребенок дома маленький. Я по 4 часа сплю. Я вот пошел, подстригся. Конечно. Да, ты не заметила, ничего не сказала. Или только я бы замечаешь. Ты мне скажи, пожалуйста, вы в паре уже? Мы объявимся официально чуть попозже. Чуть когда? Вот, ну, сегодня-завтра. Сегодня-завтра? Ну, ничего себе. Ты сегодня видишь конкурс, я не знаю. Какой конкурс? Ой, ну это, награждение. Лина, уже? Друзья, всем добрый день, кому-то доброе утро. Пожалуйста, давайте взять микрофон, мы начинаем рабочий день. Все, услышали, это нас предупредили, что... Рабочий день начинается. Надо одеть микрофончики. Так. А, слушайте, про продукты. Забейте вообще болт. Это наши продукты. Честно заработанные. Вот и все. Имею право. А? Сегодня я буду разматывать просто все. Так. Омлетик жарю на не подсолнечном, а на сливочном. Мне нравится Кирилл. Кирилл не заговорил. Шлюшечка, иди, моя шлюшечка, иди сюда. Иди сюда. Не хочет. Берегись себя, спасибо. А что, у нас нет маслицы? Маслицы есть. Так. Привет. Рейтинги низкие, как телеканал поменяли. Ребят, для телеканала Ю у нас отличные рейтинги. Бешеные, правда же? Еще мой эфир не вышел. Твой эфир не вышел, да. Вот ее сейчас эфир выйдет. Ух, чуть не разлил. Поэтому, ну, конечно, с ТНТ. Кстати, у ТНТ сейчас тоже говорят, рейтинги маленькие. Да. Слышали? Да.
Короче, начали смотреть этот в Дубаях. Как он называется? «Выжить в Дубаях», где Джиган. Вот, но что-то мне вообще как-то не нравится. Вот это одни там, другие там. Если говорить о, например, сравнивать с этими в Африке, то намного бодрее было. Блин, и ведущий, честно сказать, мне Воля нравится, но мне кажется, он не подходит для роли ведущего. Лисан так вообще антипатия. Согласны? Быстренько скажите, согласны, говорю. А? Друзья мои, не пишите, не спрашивайте ничего про эту женщину, пожалуйста. Это уже прошлое. Я сказал, что я больше не буду о ней говорить. Это прошлая моя жизнь. Мне зачем о ней говорить? Это она хайпует. У нее упали рекламы, у нее все плохо, она несчастлива. Поэтому я не буду о ней говорить. Вот пусть она говорит обо мне. Мне зачем? У меня своя жизнь, у меня кайф. Я счастливый человек. Самый ведущий, самый лучший ведущий — это Влад Кадони. Не, Кадоша по-любому, да, он прикольный. Но, например, он любил там вытягивать, ковырять что-то, но все равно у него немножко не... как сказать, вот... Привзятость у него была, и как-то вот... Все-таки он со своего опыта не мог что-то подсказать. Вот Ольга Орлова, да. Вот мне нравится она как ведущая. Во-первых, у нее опыт. Во-вторых, она как-то... Вот на ББК, да, Кадони прикольно вот смотрелся. Ну а так Кадоша, конечно, респект. Кадоша... Помните нашу драку? Ну, типа, бью. Сколько Баграту лет? 5. Сейчас 6 будет. Омлетик. Почему не защищаешь своих детей в... чате своем? Друзья, это старые скрины, это там, видели, сколько у меня комментариев? Я не могу все следить, уследить, и кто-то где-то пишет, то, конечно, я говорю не писать, а так это все херня. Кто пишет, это же не я пишу, поэтому я не смогу уследить все. Домой иди. Спасибо. То есть отдыхать мне желаете. Привет. Привет. Мы начали съемку уже, да? О, Катюха тоже одна, рыженькая. Ждет парня, какие-то протеины пьет. Да. Так, ребят, кто хочет залететь как бы ко мне в прямой эфир, как бы за пятерку, можете спокойно. А ты ведешь прямой эфир? Ну вот сейчас активность поднялась, почему нет. 70 тысяч человек смотрят меня. Продавай рекламу. Продаю. Да? Тихоньку. Я тебе могу дать нескольких менеджеров. Давай. Леныч, да. Хочешь залететь в прямой эфир? Пятерочка. Ну что, у я бы нет денег, что ли? Нет. Пятерочка. Да у тебя знаешь, сколько подписчиков? Только если ты придешь пятерочку. Я пятерочку, да. Топчик, чтобы я оплатил еще? Да. Вы что-то перепутали, девчонки. Вы что-то перепутали. Вот вас смотрит 800 человек? Не смотрят. Так, давайте, чтобы я... Как я горе на топ? А, Катя горе на топ. Топ-топ? Багратику, ну, через годика два. В школу. Фу, яба такой противный. А Лена так не сказала бы. Соль добавь. Не, ребят, я отказался от соли. Ну, в какой? Ну, понятно, понятно. Да, я теперь соль не употребляю и сахар в очень маленьких дозах, правда. Соль – это плохо, в прямом и в переносном. Так, мы сейчас немножечко сбавим. Кроме яичницы, что-нибудь умеешь готовить? Да я не люблю готовить.
не люблю и... Шутки. Ой, блин, пока разговаривал с вами, походу. Так, все, мои хорошие, я побежал, всех люблю. Не, сиги не курю. Все, давайте. Все, обнял, обнял так прям до хруста, прям хорошенько. Давайте, будьте счастливы, не будьте злюками, редисками. И у кого нет счастья, имейте счастье. Потому что без счастья человек, особенно женщины, очень злой, очень крикливый. И начинает стареть раньше времени. Все, давайте, обнял.